Береги здоровье с молоду. К сожалению, большинство болезней, которые беспокоят человека во взрослой жизни, он приобретает в детстве, говорят врачи. В этом году в регионе стартовал проект «Здоровое сердце ребенка». Специалисты Краевого центра медицинской профилактики уже побывали в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, в районах края. Сегодня они начали работу в барнаульских школах. Берут анализ крови на сахар и холестерин, измеряют рост и вес ребенка, проводят комплексную диагностику дыхательной системы. Здесь учитывается и вдох, и выдох, и плавный выдох, и быстрый выдох. То есть все вкупе получается, сколько процентов работают легкие. Некоторые из обследованных детей уже прошли лечение у кардиолога. Есть подростки, которых отправили в федеральные центры страны, поскольку удалось на ранней стадии выявить серьезные сердечные недуги. При этом никаких тревожных звоночков сердце у этих детей не подавало. Они чувствовали себя совершенно здоровыми. Самые неприятные вещи, то, что мы у 11 с небольшим процентов нашли нарушение толерантности к глюкозе. Если сейчас не изменить пристрастие ребятишек к сладкому, к фастфуду, то в последующем, особенно там, где есть какие-то наследственные предрасположенности, это может быть диабет. Обследование проходят дети 12-летнего возраста, поскольку именно в этот период жизни, по заверению специалистов, формируется проводящая система сердца, происходят гормональные изменения. Здоровье детей, говорят врачи, во многом определяют привычки и образ жизни, которые закладываются в семье. Я занимаюсь часто спортом, я разнообразно питаюсь, то есть не ем однообразную пищу. Я хожу постоянно, то есть прогулки, у меня свежий воздух. Ежегодно факторов риска становится все больше, поэтому и число нездоровых детей, отмечают врачи, растет. Обследовать детей в школах медики начали в этом году, и проект, по всей вероятности, будет востребован еще долго. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.